Друзья, привет! В данном видео я решил вам показать, как быстро переделать картинку в текст, как при помощи компьютера, так и при помощи смартфона. И устанавливать мы с вами особо ничего-то и не будем. То есть у нас просто, допустим, есть вот такая картинка, которую я для примера нашел на Яндекс.Картинках. Давайте ее скачаем сейчас на рабочий стол. Назовем ее пример 2. Сохраняем. И смотрите, тут я набрел на один интересный сервис, который называется Fine Reader Online, который позволяет автоматом конвертировать в режиме онлайн картинки прямо в текстовые документы. Тут экселевские, TXT, в общем, PDF-ки, ай куда хочешь. Единственное, что придется сделать, это придется тут зарегистрироваться. Вот здесь у вас будет кнопочка регистрации, я уже это сделал. Это, кстати, не реклама сервиса, это реально... Я тут только что зарегистрировался, и он мне помог. Так, бесплатно он позволяет после регистрации отсканировать 10 картинок и потом 5 картинок в месяц. Ну, покуда я сканирую одну картинку раз в полгода, то это просто идеальный сервис для меня. И тем более ничего не надо устанавливать. Значит, после регистрации вы нажимаете на кнопочку «Загрузить файлы», выбираете файл на компе, где тут наш пример 2. Открываете его. Так, и вы далее выбираете, в какой тип надо сохранить, и нажимаете «Распознать». Далее... Как видим, папочка, ой, файл пример у меня уже тут есть. Это я только что тренировался. Пример 2. Нажимаю. Смотрим оригинал. У нас тут был курсив, был нумерованный список. А нумерованный список есть. Курсив есть. То есть более-менее все... Все слова распознаны, и все, что нам нужно было, мы добились. А ссылочку на сервис я приложу в описании к данному видео. Теперь давайте я перейду на свой смартфон и покажу, как другим способом, но тоже особо ничего не устанавливая, можно распознать вот картинку в текст. Так, я сейчас нахожусь на своем смартфоне. Для того, чтобы попробовать распознать текст, нам понадобится такое приложение, как Google Photo. Оно автоматом ставится фактически на любой смартфон сейчас. Если его у вас нет, то зайдите в Play Market и скачайте приложение Google Photo. Оно там доступно и бесплатно. Так, запускаем его. Вот так оно выглядит, да. Нам понадобится библиотека. Я скачал уже опять пробную картинку с текстом. Вот такую вот еле видную, нахлобученную. Она у меня находится в папке Download. Открываем ее. Нажимаем на нее. И смотрите, здесь возле корзинки внизу такая вот кнопочка. Нажимаем на нее. И мы... У нас подсветился текст, то есть приложение распознало его уже не как картинку, а как текст. И мы можем выделять, смотрите. Выделяем, 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 выделяем. Например, такой кусок выделили. И выбираем копировать текст, нажимаем. Нажимаем копировать текст, написано скопировано в буфер обмен. Так, и теперь... Для того, чтобы у нас где-то отобразился этот текст, надо куда-то его вставить. Я бы его, конечно, вставил в Microsoft Word. Вы вставляете, я не знаю, куда там хотите, куда вам надо было. Заходим в приложение Microsoft Word. Создаем новый документ. И нажимаем кнопочку «Вставить». Все, наш текст вставился, тот, который мы скопировали с фотографии. То есть, вот таким вот простым способом можно
и с помощью смартфона ничего особо не устанавливать и сразу же скопировать текст. Причем мы тут даже нигде не регистрировались. Вот и все, друзья. Пользуйтесь вот этими простыми двумя способами. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Будет еще много интересного. Всем пока.